Сегодня же Михаил Игнатьев и Владислав Третьяк вручили ключи от новых школьных автобусов. Торжественная церемония прошла на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Эти автобусы из Чебоксара отправятся в разные концы республики. Ключи от новых машин получают те школы, где автопарк не обновляли многие годы. Не хватает, да. У нас был всего один автобус, сейчас второй автобус. Этот автобус очень необходим для наших детей, для выезжающих на экскурсию, в театры. Мы очень любим театры, посещаем их. Дети творческие у нас, поэтому любят очень искусство. Новые автобусы для школ республика закупает поэтапно. Миллиарды рублей выделяются и на модернизацию столовых, и на ремонт физкультурных залов. Для подрастающей нации в регионе стремятся создать подобающие условия. Ученикам это идет на пользу. Все больше ребят в республике голосуют за спорт. Еще одна приоритетная задача для властей региона – снижение детского травматизма на дорогах. В ближайшее время в республике закупят еще одну партию школьных автобусов. У нас всего 329 школьных автобусов. Ежедневно перевозят примерно 12 500 школьников. Поэтому задача наша – вопросы безопасности все соблюдать. За это отвечают должностные лица общеобразовательных школ. С одной единственной целью – чтобы формировать культуру как пешеходов, так и водителей. Салоны новых автобусов оснащены всем необходимым. В этом почетные гости убедились лично. Здесь установлены удобные кресла и ремни безопасности. Легендарный хоккеист Владислав Третьяк отметил, что программа модернизации школьных автобусов – своевременный проект. С любовью мы всегда относились к детям, но сегодня особо, потому что мы хотим, чтобы тот провал, который в 90-е годы был, и он действительно сказался на здоровье нашей страны. Сегодня мы это исправляем, и поэтому и занятия физкультурой, и спортом, и безопасность движения. Надо все сделать, чтобы действительно детство было оно безопасное, красивое, и чтобы дети наши получали удовольствие и радость от своей жизни. Ценные подарки на этой церемонии получили и талантливые ученики. Им вручили самокаты и новые велосипеды. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.